3 миллиона рублей, чтобы подарить жизнь ребенку. Именно такую сумму до 4 марта нужно собрать жителю Меленковского района Егору Лезову. Мальчику 3,5 года. С самого рождения ребенок страдает страшной болезнью – очаговой эпилепсией. И спасти его от недуга могут лишь европейские врачи. Егор с трудом произносит слова «мама» и «папа». Болезнь с рождения не дает малышу нормально расти и развиваться. Российские врачи обнаружили у ребенка сразу несколько эпилептических очагов и сказали, что у мальчика нет будущего. Испанские медики также обследовали Егора и нашли в его головном мозге всего один опасный очаг заболевания. Это значит, что после успешно проведенной операции у мальчика появится шанс на нормальную жизнь. Егора ждут в Испании 4 марта, но у семьи нет возможности самостоятельно оплатить дорогую операцию. Неравнодушные жители области уже перечислили на счет Егора 300 тысяч рублей, но этого мало. Состояние здоровья малыша критическое. Переносить дату проведения операции нельзя. Нам эту операцию переносить очень опасно, потому что те препараты, что нам назначают, они просто перестают действовать, и мы вот просто сейчас еле-еле держимся вот этот вот месяц, чтобы как-то вот до операции дожить. Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь нам осуществить нашу мечту, наше желание, чтобы наш сын был здоров.